научили не только детям 15, максимально 20 минут. Потом вы можете прогулять до дома Старьял, то можете там фотографироваться, прогулять этими узенькими улочками между площадью и мостом. А в 13:20 начинает обед. Это тоже дополнительная программа. Обед будет организован в одном ресторане, который называется «Аланджело», и находится 3-4 минуточки пешком от площади Святого Марка. Обед стоит 20 евро для взрослых, 15 евро для детей. Макарони включены в обед, потом мясо с картошкой, панакота — это десерт, стакан вина или пива, или, например, фанта, кола и бутылка воды. Это все включено в 20 евро. Для детей обед стоит 15 евро. Это очень хорошая цена, потому что Венеция туристический город. И там, например, в каждом ресторане или в каждом кафе-баре написано большими цифрами, большими буквами, что пицца или паста стоит 10 евро или 15 евро, а потом маленькими цифрами внизу написано еще «Сервицио 20%» или «Сервицио 25%». Это значит, что вы должны заплатить еще за сервис, музыку, атмосферу, холод и так дальше. Значит, если первое написано, что пицца стоит 15 евро, на конце эта пицца